было уничтожено в результате боев 3 танка противника, 4 БМП, 2 бронетранспортера, 2 джипа и около 100 человек живой силы, а также склады боеприпасов. Наши потери составили 1 бронетранспортер и 2 джипа. Остальная техника получила незначительные повреждения. В результате тяжелых боев 3 человека, к сожалению, из наших бойцов погибло из состава полка «Азов» Национальной гвардии Украины. 49 человек по состоянию на вчерашний день получили ранения разной степени тяжести. Из них в основном полк «Азов», остальные 5 человек с бронесилы Украины. Сегодня утром 9 человек, как я уже и говорил, получили ранения из состава полка «Азов» Национальной гвардии Украины. На данный момент перемирие как таковое отсутствует, но войска сектора продолжают удерживать свои позиции и не отвечают на огонь, полностью соблюдая условия перемирия. Хотя по ним ведется огонь из танков, а также стрелкового вооружения.